Что приготовила нам пятница, узнаем вместе. Новости региона в эфире. В студии Дарья Жилина. Здравствуйте. И коротко о главном. С 1 апреля родители смогут записать своих детей в первые классы школ региона. Как это сделать и о чем важно помнить, расскажем. В Архангельском краеведческом музее во время каникул работает студия музейных блогеров. Чему учат ребят, узнаем. Заслуженный художник России Сергей Шадрунов представил свой творческий путь на персональной выставке, где можно увидеть живописные работы. Через неделю, с 1 апреля, родители смогут записать своих детей в первые классы школ региона. Важно помнить не только про набор документов для заявления, но и то, как быстро его можно подать. Обо всем подробнее мой коллега Артемий Заварзин. У малышей путешествие под флагом «Первый раз в первый класс» начинается осенью, а у родителей уже весной. Ведь именно с апреля стартует запись детей в школы. В 30-ю Архангельскую Наталья Латыпова когда-то впервые пришла со старшим сыном. Теперь приятные хлопоты в компании младшего. Какие документы нужно? Что у вас интересного в школе есть? Главное, о чем рассказала директор, пакет документов остался стандартным. Его можно найти на сайтах образовательных организаций и информационных стендах. Не секрет, что за каждым учебным заведением закреплена своя территория, и те, кто на ней проживает, зачисляются приоритетно. Затем вторая волна, уже на свободные места. Для тех, кто на закрепленной территории проживает, это копия и оригинал паспорта родителя, это копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка, и это справка или иной документ, подтверждающий проживание или пребывание ребенка на закрепленной территории. По необходимости родители могут предоставить и другие документы. Готовим бумаги и ждем 1 апреля. Именно в этот день в 8 утра начинается запись первоклашек в школы. Самый простой вариант – онлайн через портал госуслуги29.ру в специальной вкладке. Нужно авторизоваться. Ваши данные и данные о ребенке подтянутся в форму заявления автоматически. В конце заявления необходимо, если какие-то дополнительные потребности у вашего ребенка, возможно, физиологически, возможно, есть льготы, там, военнослужащие и прочие родители, то все это указать и, по сути, отправить заявление. Дальше будет присвоен вам номер, и по этому номеру можно будет уже дальше смотреть историю заявления. После этого там уже оригиналы документов будет необходимо занести в школу. Кстати, еще пару лет назад все подтверждающие документы в электронной форме нужно было прикреплять к заявлению. Теперь опция убрана. Но важно не забыть указать ваш контактный номер телефона. Не успеете именно 1 апреля. Другие формы подачи заявлений в помощь аж до 30 июня. Это и электронная почта школы, или заказное письмо, либо личный визит. В региональном Минобре напоминают, что еще в прошлом году появился один важный нюанс. Если ваш ребенок проживает в микрорайоне, не закрепленный за школой, но старший сын или дочка учится в этой школе, у вас есть желание туда пойти, ради бога, с 1 апреля до 30 июня. Что касается 1 апреля, подать заявление через госуслуги 29 можно с 8 утра и в течение рабочего дня. Профильное министерство, предвидя нагрузку на портал, обещает следить за его работой и просит родителей не волноваться. Без первой встречи со школой никто не останется. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Архангельский ЦБК вновь стал генеральным партнером акции «Час земли». Она организована Всемирным фондом дикой природы и пройдет в России 26 марта в 20:30 по московскому времени. Один из крупнейших производителей тарного картона и целлюлозы. Архангельский ЦБК стал зеленой точкой арктической зоны. Экология должна быть вне политики и конъюнктурной ситуации. Это основа корпоративного мировоззрения Архангельского ЦБК. 2022 посвящен кампании «Году леса». Комбинат стремится быть лидером в области устойчивого управления ресурсами. Это касается и лесовосстановительных программ. А ЦБК начал свой первый проект по созданию лесосеменного центра. Работа по сохранению биоразнообразия комбинат и его генеральный поставщик сырья группы компании «Титан» ведут более 15 лет. Кроме того, с фондом дикой природы подписана дорожная карта сохранения лесов высокой ценности до 2028 года. Все это созвучно целям акции «Час земли». Напомнить, что у нас только одна планета, и она принадлежит всем. 26 марта в 20:30 выключите свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему. Присоединяйтесь к «Часу земли» на сайте, адрес на экране. В Архангельском краеведческом музее во время каникул подростки занимаются в студии музейных блогеров. Там их учат увлекательно рассказывать о том, что многим их сверстникам кажется скучным. Продолжит Алексей Макеев.
Музейные пространства Архангельска давно переходят в форматы, интересные современным молодым людям. Олеся Жданова – научный сотрудник. Ее подопечные мечтают стать блогерами. Разные полюса, которые объединяют новое образовательное направление в гостиных дворах. Но, как правило, это либо курсы для блогеров и отдельно курсы для музейных работников. А тут получился такой симбиоз именно и музей, и блогеры. Но, собственно говоря, в интернете я искала, ничего подобного не нашла, чтобы хотя бы какую-то опору для себя иметь. Поэтому придумываем, по сути дела, с нуля. С нуля начинают и сами ребята. Они еще не блогеры, пока только наблюдают за другими. Но все, что касается съемок, им интересно. Здесь есть корабль. Научи меня его снимать. Что мне нужно сделать? Нужно выставить сетку, чтобы он был немножко сбоку. И чтобы не отсвечивало ничего от этого корабля. Вот я смотрю, ты видео снимаешь горизонтально, а в социальные сети вертикально нужно. Почему так? Потому что мы пока еще учимся, и нам удобнее горизонтально. Помимо того, что ребята обучаются работе с камерой и различными редакторами как для фото, так и для видео, они учатся видеть интересные вещи в музее и достойно рассказывать об этом. Ну, это мой личный интерес. Я хочу стать блогером, уметь хорошо фотографировать, снимать. И хочу сделать свой бизнес. То есть задачи юноши амбициозны. Уже через несколько дней начинают говорить как настоящие профи, даже о вещах, которые, казалось бы, в музейном пространстве и не пригодятся. Если нам надо будет сфотографировать какой-то движущийся объект, надо ставить низкую выдержку, и она как бы выхватит этот объект из кадра. Выхватить из окружающего пространства самое сочное, иногда мимолетное – это и есть задача блогера. И то, что всегда интересно зрителю. Алексей Макеев, Денис Линчевский, Регион 29. Архангельский художник Сергей Шадрунов представил свой творческий путь на персональной выставке. Начиная со своей первой выставки в 1971 году, заслуженный художник России создал немало живописных работ, которые можно увидеть в выставочном зале Союза художников. В новой экспозиции архангелогородцы увидят произведения, написанные с 1971-го. От реалистичных и понятных каждому пейзажей до настоящих философских полотен, поражающих не только темами и сюжетами, но и размахом фантазии. Гости знакомятся как с ранним творчеством, так и с новыми работами художника. Ценно и то, что на выставке с автором могут пообщаться и начинающие художники. Я считаю, что это очень полезно, потому что мы можем напрямую спросить человека, который вот писал все эти замечательные картины, о его взглядах на жизнь. Мы вот, к сожалению, не можем уже спросить у Рубенса, как он видел жизнь. А вот с таким человеком, вот художником нашего времени, у нас есть возможность пообщаться. Для студентов колледжа культуры Сергей Павлович явление уникальное. Столько поколений он страстно и самозабвенно обучил рисунку, живописи, композиции. Я себя считаю реалистом. То есть я рисую то, что мне близко, что прожито, пережито как-то. То, что я даже называю то, что я делал, мне кажется, очень личностно, в какой-то степени, может, даже автобиографично. То есть это вот, я бы так еще называю, это... Ну, заметки на полях проживаемой мной жизни. На стенах то, что радовало и то, что огорчало, что волнует и о чем вздыхает душа сейчас. Больше всего понравилось то, как художник показывает, наверное, свою любовь к жене. Ну, отчасти именно я так это понимаю. Мне очень понравились портреты. Не так давно художник отметил еще и 75-летие. Многие годы рядом муза и тоже художник Зоя Шадрунова. Вместе делят мастерскую. Я вверху, он внизу. Но он-то не видит, что я пишу. А я-то вижу. Конечно, когда-то что-то начинает портить, меня немножко беспокойно. А он нет, он свое отстаивает, что я так хочу. Конечно, не просто. Жалко, когда он уничтожает какой-то новый написанный холст, и он хочет другое что-то написать на нем. Разумеется, без сомнений и исканий не получаются столь искренние и честные работы. В этом смысле Сергею Шадрунову есть чем гордиться. В выставочном зале Союза художников представлено около сотни работ, написанных за полвека. Увидеть экспозицию все ценители искусства могут до 10 апреля. Дарья Павленко, Алексей Макеев, Денис Линчевский, Регион 29. К этому часу это все новости. Я не прощаюсь. Итоги подведем в 19 ровно.